Всем привет, с вами Шмыгов на канале Уши Мэнги. Сегодня мы поиграем в игру под названием Lost Famous. И это платформер, опять же. Очень много платформеров на канале, но мог бы не поиграть еще в один. Взываю к тебе, прискорбное чудо. Вы есть имя твое-мое. Пусть грудь моя ноет от раскаяния. Выковав кару свою, вонзи ее в самую глубь. Дай мне снова вину мою. Это что-то, видимо, религиозное, да, будет? Ну, сейчас посмотрим. And thus, и вот, guilt, раскаяние, скорбь и каждая боль души стали видны и осязаемы здесь, в каждом из нас. Когда в виде благословения и благодати, когда в виде кары и скверны, эту божественную волю, сколько праведную, столь зловещую, которую мы не могли и никогда не сможем постичь, звали чудом. Братство безмолвной печали. А, я могу играть уже? А, могу, да. А я думал, будет какая-то заставочка. Нажмите F, чтобы выпить склянку желчи, восстановить жизненные силы. Эти священные сосуды можно наполнить, преклонив колени у святителя. Найдите пустые склянки, чтобы увеличить запас желчи. Ну, хорошо. F. Ага, так. Ага. Ага, пробел. Все, шикарно. Ага. А туда нельзя попасть? Тут какие-нибудь секретики, наверное, должны. О, мы можем скользить, смотри. Мы с Абзиро. Прикольно. Так, а подожди, а у меня... О, у меня есть блок. О, тут есть... Тут есть у нас, собственно говоря, бусины для Розария, реликвии для заданий. Что лучше? Тут еще можно, мы можем что-то с собой таскать. Так, это и у нас, и, значит, Джей это у нас... А, все, понял. Так, ну и пробел, это прыжок, который уже лет в обед. Тут еще есть небольшой паркур, типа, да? Ага. Shift. А, ну да. Что-то я туплю. Почему Shift? У меня же на L это. Да, что-то я не понял. Ну ладно, хорошо. На, у меня же на L или Shift я могу. Нажмите E, чтобы отдохнуть из святилища, сохранить игру, а также восстановить здоровье и запас желчи в склянках. После смерти вы будете воскрешены по своему посещению святилища. После отдыха все противники также будут возрождены. Ну, это, видимо, только... Ну, это первое, поэтому давай посмотрим. Немного тихо или нет? А, босяра какой-нибудь сейчас, да, будет? Ну, давай. Опа. Тихо. Так, ай! Твою мать, пропустил. Ах ты, собака, тварь! Ах ты ж сучий!
Я пропускаю, да? Ага. А в момент удара, короче... В момент удара между яичишками там у него проехать. Оп. Все, понял. Нельзя близко подходить, потому что он типа... Собака, тварь. А, я проп... Да ладно. Твою мать. Очень сильно... Да блин. Отстань от меня. Давай сюда иди. Ага. Две склянки я потратил, да, ёптель-моптель? Упырь, из-за тебя. Так, Requiem Internum. 300 получил. Это типа опыт или что? Или это деньги? Что это такое? А, я кровь набрал, кровь в этот. Понял. И чего, зачем, почему так? Ну ладно, погнали. Да, пропускал я очень много ударов. Склянки, склянки мог... Не, ну, наверное, без склянок я бы не выпил. Ой, не выжил бы. И очень неудобно я бы вот ибо поменял бы на... Ну ладно. Здесь что у нас? ВК, что? ВК? А, вот это надо, ага. Так, священный путь. В священном пути у нас... Да покоится сердце кающееся. Муки старшего брата подошли к концу. Что он делает? Я Диаграсия, свидетель и исказитель деяний прискорбного чуда. Такова моя эпитимия, как твоя эпитимия молчания. Колыбель скорби ищешь ты. Найти ее можно в матери, матерей всех церквей. Эк. Это удаленное место, отделенное от остальных земель, великосвященной и запретной дверью. Эк. Даже такой мудрый кающийся грешник, как я, ничего не знает о том, что лежит за высокими стенами. Ну, значит, ты не такой мудрый. Но знаю я, что согласно уставу, должен ты перенести три унижения, дабы пройти к тому, что охраняет стены сии. Одно из них ждет тебя в высоких горах под толстым одеялом из снега и льда. Второе в глубинах темной погребенной церкви, где лежит спящий. А последнее в конце пути, вырезанного стонами, кои пытаются когтями просечь себе путь из железной спирали, внутри колокола, по имени Хонда, в землю вросшего. Возьми этот шип и вложи его в рукоять меча своего. Если когда придет время, возьмешься крепко за рукоять его, узришь ты, как ранил он тебя, и кровь течет твоя. И вырастет и пустит новые шипы, и оплетет отца, вырезанного на рукояти. И поймешь ты тогда, что во власти прискорбного чуда ждет и тебя кара или прощение. А, вы получили шип, спасибо, братан. Я можно пойти? А в мини-режиме, может, да, я понял. А опять с ним болтать надо. Даже такой мудрый кающий грязь, ничего нельзя там... Да, это все было. Отстань. Сохранение, да, опять. Пуньк.
Так, сохранение, так, предание, прощание, Диаграсиас. Брат Аббат, ты знаешь, что я был писцом в этом аббатстве чуть ли не с младенчества. Я писал о нашей церкви, о наших святых, нашем чуде величайшей боли. Я должен сообщить тебе, что принял решение уйти, хоть и собираюсь писать далее. Я тебя понял. Как снарядить это? Это для заданий. А, то есть, ладно, короче. Я не могу снарядить мой меч. Или он же сказал, снаряди меч свой. Так, я забыл. Джей у меня. На, на. Так, хорош. Так, а здесь как? Опа. А, вот здесь нужно... Он кидается или нет? Так, продвинутая техника. Парирование, контратака и воздаяние. Нажмите J, чтобы парировать. Этот маневр позволяет вам отражать слабые атаки и отклонять сильные. Стойки парирования. Нажмите K и сразу... чтобы совершить воздаяние, нанести противнику сильный удар, а то и оглушить его. Не понял. Ну ладно. Ой, ёпть. Чё? Я же J нажимаю, оля. Ёпть. Ага, я понял. Блин. А, ну короче, я понял, он так, он сильный этот чувак, поэтому. Так, а я могу? Да, давай-ка выпьем, потому что я пропускал. Блин, мне просто еще раз, ребят, если кто не знает, я тут эту ручку свою поломал правую, поэтому мне тяжело. Джейк, блин, Джейка, ну ладно, так. Опа. А что там за озеро такое, смотри. Яма. Ёптель. Они кусаются, типа, там эти пипирки вылазят там. Так, это что у нас? Вы получили вердиали составленного убежища. Чтобы использовать эту молитву, откройте окно снаряжения и перенесите ее в ячейку применения. Использовать. Песня, которая растеклась в воздухе во время празднеств в забытой деревне, ее силы проникают через... Ну, давай. Это что такое у нас? Активируйте молитву в меню снаряжения и нажмите Q, чтобы прочитать ее при чтении молитвы и использовать некоторых боевых приемов расходов рвения. А, все, понял. Все, понял. То есть у меня... Ага, так, чоку. Хорош. Так, я уже забыл. Так, да. А когда тут... Твою мать, эти упыри. А как их убивать? Мы-то можем? Ух ты. В смысле? Да ёпт. Так, подожди, а как вот туда добраться? Кто знает? Да блин! А как до той песни добраться? А? Кто знает? Это там молитва какая-то или что там? Блин, не... Ну ладно, забей на нее. Блин, ну очень хотелось бы ее достать, конечно. Так, ну... Ну-с, приступим. Так. А, я забыл. Да ёп! Я не успеваю просто. Нужно быстро нажимать. Хорош. Так. Там эти мелкие упыри, я не хочу с ними драться. Ой, это что такое у нас? Ребенок какой-то, да? Что-то опасное или нет? 11:38. Дети лунного света. Клетки с ними разбросаны по всей Кастадии. Используйте любой прием из вашего персонажа, чтобы выпустить их. Я понял. Так. Иди нахер. Так, ну дай-ка еще выпьем. Блин, мало... ХПшек-то осталось очень, очень мало.
Но в целом не, в целом прикольно, мне нравится пока что. 500 мы заработали с вами этих деньжат. Так, заставочка опять. Нет ответа на нашу мольбу. Чудо ставило нас, и мой престол украшен, отвернется от тех, кто ждет здесь. Так. Альберо. Опа. Нажмите M, чтобы открыть карту. Зачем? А, сохранение. Давай. Так, угу. А, это, видимо, это нормальный город. Ну, в смысле, тут нету этих, да? Или есть? А, тут борются от чумы, я смотрю. Да пребудет сердце в печали, кающийся. Добро пожаловать в Альбер, в убежище скромного братства целователей ран. Немного осталось тех, кто еще способен. Меня зовут Тирсо. Мало осталось тех, кто еще может заботиться о больных и страждущих. Благочестивыми поцелуями благословляем мы раны тех, кому нужна защита наша, и не приходит к нам смерть велию, волею чуда. Время вне этих стен течет странно, и не должны узревать мы закатов. Но если, следуя пути покаяния твоего, окажешься под теми небесами, принеси нам в доброте свои трав для притираний наших. Волю чуду узнаешь ты, что нам нужно. Травы какие-то я могу принести, и, да. А, подожди, назад, стопэнд. Я не могу забраться по лестнице? Могу. А чё вы тут прячете у себя, ну-ка? Это чё у нас? Вы получили череп голубя. А что он означает? Вставьте бусины в ячейки своего розария, чтобы улучшить характеристики кающихся. Надеть дополнительные узлы, чтобы увеличить число бусин в розарии. Так, подожди. Череп птичьего просвещения... увеличивает защиту от чего-то, да? Хорошо, погнали. Так, здесь у нас Е, мы можем нажать? Мы не можем нажать Е. Блин. А, нам нужно там ребенка спасти, короче, сейчас будет. Как-нибудь. Так, здесь мы спускаемся, и здесь мы ничего не видим, да? Кем-то побазарить нельзя. Хорошо. А, можно вот сюда выйти в какое-то подземелье, либо туда выйти в... О! Опа, потайной ход нашли. Это у нас что? Пяточная кость разбойника персианина какого-то. Подожди, а что здесь за вход? Это куда? Это я не умер? Опа. Что такое? А, библиотека, что ли, какая-то? Что это такое? Опа. А что это такое значит? Это такое? Что это? Это я где? Почему там кто-то заперти? Ладно, не, я пока не понимаю, ребят. Да, в Альбера мы. А это из где? Опа. Оскверненная цистерна. Крыса меня не тронет? А это говно, наверное, яд, да? Он болючий и пахучий. И болючий, и пахучий. Да, наверное, в ту какашку не стоит вступать. Так. Короче, куда-то мы загребли, надо было вообще ребенку там, это, дитя этого забыть. Ну ладно. Текс. И что это у нас? О, нихера! Иди на. Ай-яй-яй, больно. О! Ага. А он просто типа это А он бесконечно встает, вставать будет. А! Вы чё, псы? Страх потеряли? Подожди, а как открыть это говно-то? Давай взрывайся уже. Не, не получается у меня там открывается. Открывай. А не открывается, короче. А!
Схерали! А схерали, я умер-то, алё, пс. Ну, это, короче, какой-то бред, ребят. Так, короче, вниз. Нажмите Shift, чтобы отклониться. А в смысле, о чем я уклоняться от атаки, если он просто взрывается бесконечно? Как? Так, подожди, давай-ка наверх запрыгнем. А что-то там еще мы, подожди, где-то мы прорубили путь, помнишь, да? А... Сейчас, вот нужно сейчас, вот чтоб... Нужно прыгнуть и... Нет, а как это сделать? Что это за я? Ты воззвал к ордену истинного храма. Здесь мы собираем останки тех, кто был расчленен, забыт, дабы даровать им благочестивое погребение, как предписывает нам благоугодный устав наш. Богоугодный. Помоги этим несчастным душам, о молчаливый кающийся. Орден благословляет тебя. Да, окей. Это мы сейчас куда попадем? О, это что? Фаланга пальца могильщика Бреннона. Пустошь сожженных церквей. А она что делает? Юпс. А нет. Юп. А на нее не действует, короче, этот блок. Понял? Кто будет играть тоже, то смотри. Ёптель, это кто такие нахер? Псы войны? Эй. В смысле? А, не за два удара. Там и там черепа эти, да. Блин, у меня хпшки-то, смотри, хпшки-то теряются прям, да, много. Ну, в смысле, немного, но... Так, ты тебя как, а тебя вот так. В смысле? Я был за ней, не ври. Ну что за бред, игра, алё? Ну вот я же был за ней. Не за два удара вы убиваете? А, за два, да? Так, а, я могу спуститься. Как я могу спуститься? Тут не могу спуститься, там могу спуститься. А там, если я спущусь, там не будет? Тихо. Твою мать. Косяк. Косячок небольшой, косячок. Да, не видел, что там это можно. А я этот палец, трехглавый палец потерял или нет? А я могу одевать это, нет? Что это такое? Непонятно, что это такое. Ну ладно. А, подожди, может быть это туда нужно в этот в храм вставлять эти штучки-то? Что-то я тупанул. Ну-ка давай спустимся. Это ж там эти, да? Вроде там они были, эти штуки. Нет. Так, давай-ка сейчас... А, мы еще вот здесь не были. Вот здесь, вот сюда мы не ходили, да? Что здесь у нас? Опа. Это ты кто? Что нам делать? А, они все на меня смотрят. А, еще ты несешь боль вины в своих растрескавшихся руках. Отдай ее нам, облегчи бремя свое. Отдай ее нам, вытри слезы свои. Ибо таково твое покаяние. Так, хорошо. Добродетель Меокульпа выросла. Посещайте алтари Меокульпа, чтобы увеличить силу своего меча. Вы также можете потратить здесь слезы искупления, чтобы разблокировать боевые приемы. Посетите другие алтари, чтобы увеличить силу Меокульпа и получить доступ к более мощным приемам. А я могу еще там что-нибудь это? О, всего, значится вот что. Да, а как тут управлять? Так, вся мощь концентрируется в клинке, качество освобождает. Что я могу купить-то здесь? Могу ничего купить? Да, это станет мне. Так, пойдем сюда. Нет, сюда не пойдем. Ну, я не знаю, стоит ли это мне... А, слушай, смотри, а я все... Если я много умираю, у меня закрывается одно это, да? Я молитву читать не могу. Я тебя понял. Вот сюда мы, по-моему, пальцы эти должны сейчас отдать. Которую, да? Или нет, смотри.
Да, вот. Это этих. И еще что-то мы должны сюда отдать. Нет, у меня что-то еще осталось в этом инвентаре. У меня же был какой-то палец там еще, нет? А, все отдал, короче, я сюда. Все понял. Вот для чего это нужно, все. Забрались. А вроде, а может и не разобрались, не знаю. Так, а что, пойдем, да, давай сходим в этот, опять к этим пырям, что плюются какашками. Ой, или где это было-то, подожди, не здесь. Это было, это вот сюда надо зайти, правильно? Да. Ой, ептель, забыл уже, что бьется так. А почему я не могу спрыгнуть? Так, сюда могу, значит, спрыгнуть. Так. Так, а куда мы вот туда можем пойти, по идее, да? Опа, опа, стопэ назад. Горы бесконечных сумерек. Ёптель, а это что там за летающее говно? Она кусается? Ёптель! Да блин! Ты, собака, надоел мне, а? Так, у меня ХП. Слушай, тяжело, короче, играть. А что это мне, что-то мне дает? А, мне это дает это не ХП, а эту. Блин, я не хочу упасть туда, в эту какашку. Рожь. Она меня задела или нет? Так, этот-то ладно, это лошара. Вот это вот. Блин. Ах ты, собака! Ну сдохни. Стой. Хорош. Так, уходим отсюда. А как сделать? Нажмите К, находясь в воздухе, чтобы рядом с некоторым стеном, чтобы воткнуть меч в стену. В это положение, чтобы прыгнуть или шив вниз. Угу. А, К просто. А, я зацепился, все, понял. О, сейф. Сейф. А что шиф делает? А, не понял, что шиф делает. Ладно. Так. Два упыря мелких. Одной. Да ёпт! Давай, иди сюда! Смешно. Да падла! Да падла! А подожди, а как от него? От него можно только этим, что ли, уйти? Прыжком, что ли, только, да? Сейчас, подожди, давай-ка еще раз проверим, как это делается. А, стоп, это сюда. И зацепился и ушел. Так, здесь зацепился и пошел. Да почему? Короче, я опять сдох, да, получается? Ребят, ладно, на этом я
Да, еще выросла у меня эта штука. Ребят, на этом я закончу первую серию по данной игре. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет больше. Всем счастливо, всем пока.